пожалуйста, что случилось? Находились на охране общественного порядка по зато город Железногорск. В 8:10 получили сообщение от дежурной части о том, что в районе дамбы на Карасятнике, озере, утонул мужчина. Незамедлительно в составе экипажа выдвинулись в указанный район. На улице Южной, на заезде, нас встретили малолетние дети, которые с точностью указали место происшествия. Прибыли на место, увидели на середине озера надувную резиновую лодку. Также увидели, что мужчина не утонул, а жив, но истощен очень сильно и пытается держаться за лодку, держится на воде. Об обстоятельствах происшедшего доложили в дежурную часть, после чего было принято решение самостоятельно оказать мужчине помощь, так как мужчина, видно было, что был слишком сильно уставший. Вместе с младшим сержантом Мазневым добрались до дедушки. Дедушка был жив, очень истощен, как я уже сказал. Перевернули лодку, так как лодка была перевернута кверх днем, и доставили дедушку к берегу. Уже на месте была бригада скорой помощи, которая осмотрела его и госпитализировала в приемный покой. А из-за чего произошло? У него с лодкой что-то случилось или как? Он осуществлял рыбную ловлю, видимо, неосторожное движение, и просто вывалился за борт вместе с лодкой, перевернулся. И в леске запутался. Угу. Машина, надо было мотивировать.